7 апреля в 8 утра у завода «Исток» в Белгороде-Днестровском собрались сотрудники захваченного в минувшую пятницу предприятия. Цель присутствующих сегодня за проходной бывшего родного завода рабочих отнюдь не радостная – высказать собственное отношение к последним событиям, связанным с захватом их предприятия. Рукописные плакаты, грустные лица, призывы к закрывшимся на территории завода «Выйдите на диалог» – все тщетно. Зато в ответ красноречиво полетели камни. Раздались звуки выстрелов и взрывов. Потянуло гарью. Давайте перейдем на эту сторону. Переходите, пожалуйста, на эту сторону, подальше от этих придурков. Несмотря на старания руководства предприятия, к сожалению, не обошлось без кровопролития. Появились первые пострадавшие. С крыши заводских построек в сторону истоковцев летят уже не камни, а бутылки с зажигательной смесью. И тут терпению рабочих приходит конец. Дальнейшее не нуждается в комментариях. Спустя всего несколько минут милиция под одобрительные крики сотрудников предприятия выводит первых задержанных из числа недавних захватчиков. Вот таким богатым на события в Белгороде-Днестровском выдался этот апрельский понедельник. Более подробно о произошедшем смотрите на нашем телеканале в ближайшее время.